И я на сцену хочу пригласить вот этого замечательного человека по имени Ядадья Исака. Добрый вечер. Меня зовут Ядадья Исаков, и мое имя означает «друг Бога». Я являюсь владельцем интернет-агентства, которое специализируется на автоматизации бизнес-процессов. Например, одни из наших последних проектов – это автоматизация Раменского мясокомбината и управляющая компания «Висма», которая владеет брендом «Архыз». Что мы сделали? Мы разработали мобильное приложение, которое позволяет в один клик вызвать водителя домой, сдать ему грязные вещи, через 3 дня получить чистыми. Как я это сделал? Опыт реализации проектов наших клиентов позволил мне основать бренд сети химчисток Suzy Wong, который представлен на презентации. У нас есть личный кабинет, есть 3 приемных пункта на сегодняшний день, есть мобильное приложение и сервер, который всю эту историю объединяет. Приблизительно вот так это работает. Мы ожидаем увеличивать масштабируемость бизнеса за счет гибкой системы. В чем заключается гибкость системы? Для этого не нужно открывать огромное количество приемных пунктов, чтобы охватывать весь город. Для клиента это удобный, быстрый способ вызвать водителя домой или в офис, получить услугу дешевле и определенными пакетами. Последний год мы наблюдаем много конкурентов, которые появляются в этой нише, но мы точно сегодня понимаем, что нас отличает от них. Первое – это производство. Оно у нас есть. Второе – это личный кабинет. Третье – это мобильное приложение, которое работает в формате «один клик». Все эти 3 составляющие вместе очень важны. Этим комплексом не может похвастаться сегодня ни один наш конкурент. Наша финансовая модель очень проста. Поскольку мы являемся действующей организацией, мы оказываем услуги, и это наша финансовая модель. Мы принимаем оплату онлайн. И приложение сегодня работает на 2 платформах – iOS и Android. Сегодня мы можем констатировать тот факт, что средний чек на выездном обслуживании составляет 3000 рублей при рентабельности в 42%. На сегодняшний день мы вложили порядка 600 тысяч долларов. На эти деньги мы открыли производство, открыли 3 приемных пункта, развили их и создали мобильное приложение. Наш план – привлечь инвестиции в размере 1 миллион долларов. Эти деньги мы хотим потратить на интенсивный маркетинг, на закупку парка автомобилей и на дальнейшее обслуживание приложения. Что касается рынка. Рынок химчисток в Москве сегодня оценивается в 3 миллиарда рублей. Сюда входит только премиум-сервис, то есть не химчистки и прачечные, которые пытаются выдавать себя за такие. Сегодня мы ущипнули чуть больше 1% от этого рынка, и наш план в ближайший год дойти до планки в 5%. Как мы собираемся это делать? У нас есть опытная команда управленцев, очень крутые ребята, которые специализируются в офлайновых составляющих бизнеса и в онлайновых составляющих бизнеса. И на сегодняшний день наша команда насчитывает 24 человека. Мы знаем этот бизнес, потому что работаем в нем уже несколько лет. Мы знаем, как на нем зарабатывать, и мы ищем партнера, который станет катализатором, с которым мы сможем перейти на гипердрайв. Я надеюсь, что эти люди есть среди вас. Я буду рад обсудить все условия сотрудничества. Спасибо большое. Ну что, еще раз добрый день. Я Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group. Ну, да, что мы видим сейчас на сцене? Не очень понятное выступление, то бишь непонятно вообще, чем человек занимается. То есть, вернее, понять-то можно, но что он продает? Он продает, по сути дела, себя. И деньги, которые он хочет получить в некий маркетинг. Вот представьте, что вы являетесь владельцем денег. Вам приходит какой-то парень, говорит, слушай, дай мне денег, 1 миллион долларов, и я себя замечательно раскручу. Когда вам зададите сакральный вопрос, а если не раскрутишь, как говорил Слепаков, а если ничего не получится, что ты будешь делать? И, собственно говоря, а как ты обратно-то этих вернешь деньги, если ты не раскрутишься? Поэтому шансов на получение маловероятен.